cape. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 49-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я вам покажу, наверное, редкий виджет. Не знаю, мало, наверное, кому он пригодится, но все же я хочу вам его показать. У нас идет просто демонстрация блоков, по сути, демонстрация сайта, и показано, как он смотрится в разных устройствах. И в этом виджете мы можем менять только цвета. Все цвета, ни анимацию, ни заполнять картинками своими здесь, мы ничего не можем. В общем, решайте сами, но все-таки я вам его продемонстрирую. Переходим в Adobe Muse. Давайте посмотрим, как он выглядит изначально. У нас вот все в таких сине-голубых белых тонах. Вы заходите в настройки, и здесь у нас настраиваются цвета для всех элементов. То есть верхний вот этот вот параметр, три цвета, это идет настройка как бы основных элементов, которые демонстрируются в разных устройствах. Давайте сразу посмотрим, я просто назначу разные цвета, чтобы вы сразу видели, понимали, о чем идет речь. Вы видели, я вам показывал изначально, в каком все у нас цвете, и смотрим сейчас. Вот видите, желтым заполняется, темно-зеленым, это все то, что я сейчас вам показал. То есть во всех устройствах вот эти первые три цвета, они идут одного тона. А уже остальные вот эти все элементы, белые, синие, фиолетовые, здесь вы уже настроите в ниже настройках. Вот здесь идут, видите, для ноутбука, для планшета, для телефона и так далее. То есть я не вижу смысла сейчас вам объяснять каждый цвет, за что он отвечает, потому что здесь, мне кажется, просто уже элементарно все. Вот такой вот виджет, не знаю, зачем его сделали, я вообще не вижу, где он может пригодиться. Если бы тут еще можно было бы загружать картинки какие-то свои, чтобы они также демонстрировались в разных устройствах, тогда, скорее всего, еще был бы в нем толк. А так, не знаю. Оставляю на ваше усмотрение, что делать с этим виджетом. А на этом я урок заканчиваю, и увидимся с вами в следующем.